Возможно, Castlevania 2 Simon's Quest и действительно хреновая игра, но она божественна, если ее ставить в сравнение с Доктор Джекилл и Мистер Хайд. Так как эта игра просто эпидемично ужасна. Я знаю, что вы играли во много хреновых игр раньше, но... Нет, я вам скажу. Эта игра плохая. Как бы... В Castlevania 2 вы ожидаете, что она... Вы ожидаете, что она будет хорошей, ведь одна из серий игр Castlevania. Это сиквел, но он настолько разочаровывает, как большой кусок дерьма. Но от Доктор Джекилл и Мистер Хайд, как от многих других игр на Nintendo, ничего такого не ждали, не было разочарований, так как это, ну как бы, редкие слабенькие игры, такие как Макитс или Таксмен и так далее. Но знаете ли, Доктор Джекилл и Мистер Хайд настолько редкая и слабая, что вы осмелитесь сыграть в нее лишь один раз в своей жизни. Может, я и драматизирую, но я не могу поверить, насколько она плохая. Я имею в виду, что она плохая. Я потому и сижу сейчас напротив камеры, чтобы вы на моей собственной физиономии убедились, насколько эта игра плохая. Simon's Quest вы слышали искренность в моем голосе. Теперь следите за искренностью в моем взгляде. Эта игра охренительно ужасна! Это просто невыносимо! Это... как бы... Даже Pong лучше. Pong, в котором было всего лишь две полоски и шарик. Карманная электронная игра Little Tigger тоже была лучше, чем Доктор Джекилл и Мистер Хайд. В этом нет никакого смысла. О чем они только думали? Я серьезно не могу поверить, насколько хреновая эта гребаная игра. Она настолько плоха, что я даже не собираюсь ее вам показывать. Потому что это просто... Как бы... Может, вам требуется какое-нибудь доказательство? Может, мне придется показать несколько кадров из игры, хотя это будет для меня достаточно сложно. Я просто не хочу в нее сейчас играть. Действительно не хочу. Я даже не хочу смотреть на эту гребаную упаковку от игры. Потому что это кусок дерьма. Эта хрень реально плохая. Она просто ужасна. Я вам покажу, чтобы доказать, насколько она хреновая. Но я вас предупреждаю. Ладно, поехали. Вот она, вот этот кусок дерьма. Кто бы мог отвалить такую охрененно огромную сумму денег за эту игру? Эта игра не стоит затраченного на нее времени. Прежде всего, что это за люди, которые пытаются вас убить? Почему он так медленно передвигается? И тростью ничего нельзя сделать, посмотрите. Я пытаюсь убить кого-нибудь, но это не работает. Видите, они вроде бы дали вам оружие, но оно ничего не делает. Представьте себе, если бы в Зельде Линк не мог бы использовать свой меч. И вот смотрите, вот он подыхает. И превращается в Мистера Хайда, вроде бы. Вы ходите вокруг, бьете людей и кидаетесь дерьмом. И тут без какой-либо причины он просто дохнет. Молния бьет совершенно случайно, и вы мертвы. А потом игра заканчивается. Что это за кусок дерьма? Итак, вы видели игру. Теперь вы удовлетворили все свое любопытство. Если вы достаточно любознательны, чтобы играть в нее, окажите себе такую услугу, не играйте. Если вы такой же фанат Nintendo, как и я, и вы хотите иметь абсолютно все игры в своей коллекции, пожалуйста, окажите себе услугу и держитесь нахрен подальше от этого огромного куска дерьма.
Не покупайте ее, даже БУ, сколько бы она ни стоила. Как бы... Этот блестящий медный золотник отольется вам когда-нибудь вонючим поносом. Даже не скачивайте ее. Неважно, насколько вы любопытны, окажите себе услугу и не играйте в нее, потому что всю оставшуюся жизнь вы будете мечтать об изобретении машины времени, чтобы вернуться в тот день, когда вы в нее играли, и убить себя нахрен. Если вы когда-нибудь найдете эту игру или просто увидите, раздолбайте ее молотком. Раздолбайте, чтобы каждый фрагмент превратился в мелкодисперсную пыль. Я имею в виду, что лучше заклеить свой анус суперклеем, чем играть в эту игру. Лучше утопиться в бензине. Лучше, ну, как бы... Не думайте, что я шучу, чтобы показаться вам веселым или что-то в этом роде. Само существование данной игры — надругательство над родом человеческим. Она настолько ужасна. Я, блин, не шучу. Я очень даже серьезен. Очень даже серьезен. Озвучил псих.